Здравствуйте, дорогие друзья, садоводы и огородники! Снова вас я всех приветствую на своем канале «Вы садули в огороде» и, как всегда, с вами Юлия Миняева. И сегодня мы с вами на моей кухне отправимся на рыбалку. Ну, это, конечно, шутка. Мы с вами будем готовить салат, который называется «Рыба в пруду». Что нам для этого понадобится? Нам с вами понадобится отварной картофель, 3 штуки, баночка шпрот, зеленый лук, 3 яйца, 100 грамм твердого сыра, сырая морковь, подчеркиваю, не вареная, сырая морковь, терка и майонез. Ну что ж, пожалуй, приступим. Что мы сначала с вами должны сделать? Мы сначала должны с вами потереть морковь на крупной терке. Морковь мы с вами потерли, отправляем ее в нашу миску. Вот что мне нравится в этом салате, что здесь свежая, именно свежая морковь. Вот все-таки хоть какие-то, да, витамины у нас сохраняются. Что мы теперь делаем далее? Мы должны 100 грамм твердого сыра потереть на крупной терке. Мы потерли наш сыр и тоже его к морковочке вот так отправляем в миску. Теперь отварной картофель мы должны порезать мелкими кубиками. Картофель очень удобно. Я вот для салатов иногда, вот когда вот так мне надо его немного, я беру пакет для запекания, кладу туда картофель и отвариваю его в микроволновке. Завязываю плотно пакет. Конечно, не воду, ничего добавлять не надо. Очень удобно, быстро. Мы порезали наш картофель. Отправляем его тоже в нашу мисочку. Вот сюда. Что теперь будем мы делать следующим с вами этапом? Так. Мы с вами займемся шпротами. Что мы должны сделать со шпротами? Мы должны отрезать хвостики для украшения. Вот так, от половины шпротинок. Нам нужны будут хвостики для украшения. А остальные шпроты, вот, что мы отрезали, мы с вами просто порежем. Хвостиков нам очень много не надо. Вот. Поэтому несколько штук просто для украшения. Про шпроты. Значит, если шпроты у вас маленькие, вот у меня, видите, они небольшие, хвостики можно не отрезать, просто оставить несколько штук на украшение этого салата, для украшения. А если шпроты большие, вы, конечно, отрежете хвостики. Теперь мы эти шпроты, которые мы с вами порезали, отправляем в наш салат. Теперь должны мы в наш салат порезать 3 яйца, которые мы сварили крутую. Порубить. Яйцо отправляем в салат. Теперь мы наш салат должны заправить майонезом. Теперь наш прут мы должны, прут, то есть салат, посыпать сверху зеленым луком. Мы посыпали зеленым луком, а теперь мы должны в наш прут отправить наши шпроты. Вот так, чтобы торчали хвостики. Вот и еще готов один салат. Очень вкусный, советую вам попробовать его сделать. И, в общем-то, он необычный, и необычно выглядит, и будет хорошо смотреться на праздничном столе. С наступающим вас Новым годом, дорогие мои друзья! Если вам понравился мой салат, ну, в общем-то, как обычно, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну, конечно, и непременно не забудьте все-таки порекомендовать этот салат своим друзьям. С вами была Юлия Миняева на своем канале «Вы садули в огороде». Пока!